Всем привет! А я сегодня в тумане. Небольшое короткое интро-видео о моих первых впечатлениях. Я уже не в Окленде, а в Роторуа. Это город на берегу озера. Примерно... В общем, на автобусе 3,5 часа от Окленда. И он знаменит тем, что здесь термальные источники и сильный запах серы. Видите, сзади меня дымок. Запах серы. Называется Серный город. У него негласное прозвище. И здесь, соответственно, на самом деле, я только приехала вчера поздно вечером. Сегодня с утра вот вышла. Здесь рядом с моей гостиницей небольшой парк. Ну, я думала, он небольшой. Оказалось, что у него тут уже целое море источников. Я решила зайти сюда до того, как я пойду на основные достопримечательности. Но, как оказалось, здесь столько всего интересного, что я теперь здесь даже загуляла, потому что я сейчас смотрю вперед. То есть вот здесь вот. Я даже не знаю, что там. Запах серый. На самом деле не такой плохой, просто он везде здесь. Вот именно здесь. О, смотрите, куда я пришла. Я была без понятия. Ого! На улице просто 8 градусов. Ну, то есть достаточно прохладно. Там, я так понимаю, озеро. И вода настолько горячая, что от нее идет пар. Вау! Я надеюсь, я еще наснимаю, и когда я узнаю поподробнее, я с вами еще увижусь. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok.
Всем привет! Снова я с небольшими обновлениями. Что тут происходит со мной в Роторуа? Я завлезла на так называемый три-волк. Это как маршрут, пешеходный маршрут, такие доски выстелены по вершинам деревьев. Сейчас я забираюсь. Он длиной 0,5 километра. И сейчас я забираюсь на самое высокое дерево на этом маршруте. 72 метра. Эти деревья были завезены примерно 100 лет назад. Но в Зеландии, на самом деле, они не... Они здесь не родные. Их завезли, чтобы, если закончится древесина, чтобы здесь хорошо приросли калифорнийские деревья из США. Но они слишком хорошо прижились. Здесь теперь целый лес. Им очень понравился климат этим деревьям, потому что здесь сера в почве, и здесь частые дожди, поэтому им очень нравится. Вот, это само дерево, да, первое дерево, одно из первых деревьев, посажено в 1901 году. О, ничего себе, смотрите, какой высок. Я думала, что мы уже высоко. Угу. Сказали, что 20 метров, что ли, самой высокой точки нашей платформы. На самом деле высоковато, да. И тут еще настильчик такой металлический пошел. Все видно под ногами, как по сеточке идешь. Ладно, ну тут все безопасно, эти поручни, все огорожено, да. Ухитриться сильно-сильно, чтобы выпасть, поэтому я не думаю, что... что случится. Вот, а немножко начинался дождь, но сейчас распогодилось, как видите, солнышко даже вышло. И самое удивительное, людей почти нету. Буквально одна пара впереди меня прошли бегом, поэтому я наслаждаюсь практически в одиночку. Отлично. Чуть-чуть погода, и вообще замечательно здесь. Воздух свежий. Правда, серо пахнет по-прежнему. Ну, здесь не пахнет. Но вообще в городе, конечно, пахнет, особенно возле источников. Уф. Так что вот, такие дела. Если что, буду держать в курсе. До встречи.